Согласно данной концепции, разработчики предлагают, и предлагали, в концепции это записано, чтобы Центр циркового искусства вывести из состава Росгосцирка. Чтобы питомник экзотических животных вывести из состава Росгосцирка. Чтобы московский художественно-производственный комбинат, который всех обувает, одевает, специализированные заказы для всех артистов, вывести из системы Росгосцирка. На данный момент времени я понимаю, что кризис только в том, что компания не хочет услышать интересы всех людей, а просто диктует правила, которые им кажутся это. Из-за этого будут отваливаться артисты, которые с этой политикой просто будут не согласны. И конфликт будет сохраняться. Компания «Росгосцирк» — это монополия, в которой в том числе вкладывали свои силы, свою жизненную энергию, время и деньги артисты, такие как Мстислав Запашный, как Нестеров, которые в этой компании, в этих цирках работали. И когда их просят уйти, либо согласиться с теми условиями, которые им предоставляют, им тоже обидно. Почему? Они теряют все эти площадки. Теперь для того, чтобы выступить в любом городе, в Екатеринбурге, в Новосибирске, им нужно приложить в 10 раз больше усилий, чем раньше.